Приветствую, дорогой друг. Я Алекс Рай, и мы катаем в Overwatch. Итак, ребята, у нас тут начинается, а вернее уже подходит к концу, новое событие под названием «Возмездие». Я дал Сквернеллу поиграть за свой профиль, и сейчас мы что-нибудь откроем с этого самого «Возмездия». Да, не густо, конечно. Но лучше, чем ничего. За Рейнхарда тут. У Сомбры что? Вот, выберу конфетку, поставлю. И еще один контейнер открываем. Ну, опа, что-то золотое. Опа, на. Мани облик на Бригитту. Да уж, с обликом мне повезло. Я вылезу из этой передряги с помощью науки. Неплохая реплика. С днем рождения! Что ж, начинаем играть в Возмездие. Выберем новичка, пожалуй. И спробуем, так сказать. А ну-ка. Куда это нас переносит? Blackwatch. Интригует. Выберу-ка я солдата. Хотя нет, жнеца. Похоже, они тут все перекрыли. Ставьте лазер и вскрывайте дверь. Выбираемся отсюда, пока вся охрана не сбежала. Лазер установлен. Стоп, 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 Теперь стоп, ждем. стоп, что у меня с управлением? Нужна подзарядка. О, другой разговор. Внимание на потолок! А ну-ка! Противники слева. Угу, понятно. Урон по особым врагам. Полученный урон. Ну что теперь? Выходим из особняка и пробиваемся к точке сбора. Наподобие замок а там стоим Крисенштейна, наши. Я так и понял. Надеемся, что нас вытащит. Вот тебе и план Б. И чего я так волновался? Что у нас там еще? Приближаюсь. Опа! А ну-ка. А неплохой режим. Реально замок Крисенштейна напоминает. Ну, круто, круто. Что тут скажешь? Где там еще? Вот он здесь все засели так. Скоро выпилим дверь. Как вы там? Лучше не бывает. Изумительно. Мне нужно лечение. Враги наступают! Ну-ка. Цветок мы пустим в самую гущу. Так. Сейчас я тебя вытащу. Зачищаю территорию. Ну, более-менее, в целом. Скоро там еще эта дверь откроется. Ну, где еще? Еще Опа! Давно пора. Бегом на выход, пора убираться отсюда. Ну что,
Подберу вас на галерее, видите туда. Все слышали? Берем. Осторожно, враги слева. Где эта точка сбора? Избегайте снайперского огня. Угу. Берегите снайпера. Снайпер левее. Меняю позицию. Они завозят серьезно. Опа. Да уж, прием со всеми бойцами. Лодка на подходе. А вот и лодки. Покормитесь моей воли. Воздух. Кто у нас там? Похоже, коготь поднял против нас целую армию. Надо было тебе все испортить. Мы перемещаем. Снайпер ликвидирован. Приготовьтесь к нападению. Только усилий, чтобы оставаться в тени, здесь против нас целый год. Обсудим, когда выберемся. Самое главное не забывать прошивку в крайней ситуации. Защищаю территорию. Куды поперли? Неплохо. Кензи ранен. Что случилось еще? Давай, назад, седло. Оглянись. Враги атакуют. Я ранен. Хватит валять. Так, дальше. Кто там опять? Другой разговор. Опа! Держитесь от нее, мадам! Ниндзя ассасин. Я призываю силы. Обернись! Снимите ее с меня! Кстати, главная цель ассасин! А ну-ка! Ассасин мертва! Приготовьтесь! Ой, блин. Командир, ваш статус. Мы видим галерею. Скоро будем. Зачищаю территорию. Весь город пишет солдатами когтя. И они все какие-то злые. Ранен. Давай, назад в седло. Враги наступают впереди. Поближе подойдем. Гэнди ранили. Ну, вроде можно передохнуть. Опа, кто это там у нас? Вот черт. Вот надо было начать. Это уже не смешно. Наши это подобие Райнхарда, я так понял. Какой-то наблюдатель. Штурмовик вступает в бой. Зачищаю территорию. Но? Валим его, валим. Есть. Люблю большие цели. Тяжелый штурмовик. Посадила пару негодяев себе на хвост. Попробую сбросить по
немного. Без проблем, у нас работа такая, да? И ловить пули. И ловить пули. Это просто душно. Неплохо. Кончился наш путь. Опять. Мы еще не закончили. Лечись давай. Ганди ранили. По результатам все неплохо. Во, другой разговор. Так. Они сверху лезут. Побежали дальше. Неплохо. Сколько же от вас еще отбиваться-то? Скоро буду, только не дайте им меня сбить. А ну-ка. Нет, решили так выскочить. Нам на четверых. Продержаться до эвакуации. Мы добрались до точки сбора. Ты где? Я уже подлетаю к Венеции и буду через пару минут. Поспеши, или тебе не будет смысла сюда лететь. Не слушай его, я тебя дождусь, не улетай. Ждем. Ну и где ты, красавица? Обнаружено вражеское подкрепление. Выходите, не стесняйтесь. Они вызвали снайпера. Внимание! Так, снайпер. Снайпер устранена. Добьем лёд. Что ты виноват, командир? У нас был план. С Антонио мы бы легко покинули город. Я на это не подписывался. Где там этот пилот? Сколько его можно ждать? Скоро. Неплохо. Вы чего там устроили, ребята? Ты чё? Ассасин всех! Берегите! Ассасин мертва. Без места. Почему наш челнок никак не прилетает? Я могу ошибаться, но может дело в черной армии врагов вокруг нас? Интуиция Макри безукоризненна. Где этот долбанный челнок, действительно? Воздух! Это явно не наше, это точно. На! Только время страшно. Снайпер когтя! А вот и каратель подоспел. Нам идет штурмовик. Так. Зачищаю территорию. Неплохо. Ой, блин.
Почти. Командир, я уже вижу вашу позицию. Сейчас попробую сесть, но это будет ой, как непросто. Так, готовьтесь грузиться на борт. Черт, давно пора. Итак. Команда Blackboard, берите на крышу ресторана. Кто вас там? Мы на месте, только давайте сюрпризы. Все на борт. Давно бы так. Срочно все на борт. Кто не успеет, все на борт, ребята. Кто не успел, тот и съел, как говорится. Ха. Цель была уничтожена. Антонио, конечно, получил свое, но как-то неправильно вышло. Да и наши проблемы на этом не закончились. Весь мир узнал, что мы существуем. На место прежних лидеров Когтя пришли новые. И я все думаю, не с того ли момента все пошло не так? Довольно круто. Итак, дальше. Что ж, следующий матч. Хотя давайте-ка сперва откроем контейнер. Где он у нас? Ну же. Так себе, конечно. Повысим ставку. Теперь мы будем за бойца. Хотя... Давайте-ка побыстрее выберем новичка. Может, быстрее найдет. Так, отправляется в Венецию с секретным заданием. Режим аркада. Ну, это понятно. Итак, начинаем. На объект Overwatch напали. Надо было что-то делать. Но у команды были связаны руки. К счастью, Blackwatch играет по своим правилам. Мы все знали, кто виноват. И что его охраняют лучше президента. Нашей задачей было захватить его и передать под суд. По крайней мере, такой был расчет. Приветствую, командир Рейес. Решили порадовать прессу. Overwatch похищает всеми уважаемого бизнесмена. Можете арестовать меня, но я буду на свободе уже через несколько дней. Так что весь этот фарс – пустая трата времени. Ты прав. Рейс, какого черта? Этого не было в плане! Что ж, значит, переходим к плану Б. Так. Давайте-ка на этот раз либо Мойру, либо Макри выберем. Хотя, давайте Мойру. Погнали. Похоже, они тут все перекрыли. Лазеры, вскрывайте дверь. Выбираемся отсюда, пока... Лазер установлен. Теперь ждем. Так, я саппорт. Враги приближаются. Молчи.
или покидать. А ну-ка. Вот это поток людей, конечно. Лечим, 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 лечим. Так. Ну и что теперь, босс? Все выходим из особняка и пробиваемся к точке сбора. А там стоим насмерть и надеемся, что нас вытащат. Вот тебе и план Б. И чего я так волновался? Внимание наверх. Угу. Идут прямо на нас. Куда поперли? На кого поперли? Сейчас тебе станет. Покоритесь моей воле. Скоро выбили дверь. Да. Лучше не бывает. Изумительно. Неплохо. Приближаются силы противника. Черт! Они нападают в землю! Еще немного, готовьтесь! Давно пора! Так, погнали дальше. На выход, пора убираться отсюда. Ну что, бандиты, вас подвезли? Подберу вас у галереи, двигайте туда. Все слышали? Вперед! Так, далее. Тебе явно нужна помощь. А вот и снайпер. Шевелитесь и не дайте снайперу вас продырявить. Получай обратно. Покончил с ней. Твое решение проблемы с Антонио было весьма радикальным. Так дела не делают. Выходит, наша методика. Сюда. Ничего себе. Оглянись. Приближается вражеский челнок. Валим, 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 валим. Надо было Устраните снайпера. Покоритесь моей воле. Не вовремя. Определенно не вовремя. Нам подлетает челнок. Против нас словно весь город. Все как ты любишь. Пожаловать. Прямо по центру. Низи подоспел. Это моя. Великолепно.
куда? Ассасин мертва. Ну, вроде можно передохнуть. Вот тяжелого штурмовика нам тут не хватало. Передышка отменяется. Так что видите, наши проблемы только начали. Какой-то наблюдатель. Тебе явно не готов. Куда потерли? Покоритесь моей воли! Да? Он враг! Давали! Тяжелый штурмовик устранен. Усадила пару негодяев себе на хвост. Попробуем сбросить. Подождите немного. Без проблем, у нас работа такая. Да. И ловить пули. И ловить неплохо. Пули. Вы просто душ. А здесь даже мило. Постарайся ничего не испортить. Дым это скажу. Сколько вас? Куда подорвалась? Ассасин обезврежена. Хватит искусства, уходим. Я все равно не ценитель. Обыватели. Вот и осталось нам продержаться до эвакуации. Мы добрались до точки сбора. Ты где? Я уже подлетаю к Венеции, буду через пару минут. Поспеши, или тебе не будет смысла сюда лететь. Не слушай. Знакомые пару минут. Враги наступают! Подлечитесь-ка. Ты угадал. Зараза. Кто-то за нами сидит. Ассасин! Покоритесь моей воле! Куда? И кто мы после этого, Габриэль? Вокруг всегда был для тех, кто хочет защищать мир и не боится запачкать руки. Не думал, что ты раскиснешь. Выходит, ошибался. Приближается челнок. Вот он. Сейчас зачистим. Подлечим вас. Позволь мне помочь. У них есть таймер. Мой ран на тебя. Под лазер не лезь. Снайпер больше не проблема. А теперь наверх. Почему наш челнок никак не прилетает? Я могу ошибаться, но может дело в чертовой армии врагов вокруг нас. Интуиция Макри безукоризненна. Ну, где вы там еще? Челнок на подходе! Как вам это?
Черт, не уследил. Замахнулся. Валим. Макри, лечись. Вы черт. Командир, я уже вижу вашу позицию. Сейчас попробую сесть, но это будет ой, как непросто. Так, готовьтесь грузиться на борт. Черт, давно пора. Я тебя выпью. А вот и транспорт. Команда Блэкборд, едем на крышу ресторана. Кто вас там? Мы на месте, только давай без сюрпризов. Нужно их честно дело говорить. Опа. Приходим. Я готова принять пассажиров. Лезьте на борт и улетаем отсюда. Отлично. Все, валим. Валим. Великолепно. Превосходно. Цель была уничтожена. Антонио, конечно, получил свое, но как-то неправильно вышло. Да и наши проблемы на этом не закончились. Весь мир узнал, что мы существуем. На место прежних лидеров Когтя пришли новые. И я все думаю, не с того ли момента все пошло не так? Ну, неплохо, вполне. Только полученный урон тот еще. Что там по опыту? Так. Неплохо. Ну а продолжение каток ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлисты игры можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем пока. Bye-bye, друзья.